Где правду искать в наше время? Скажи мне, товарищ сержант, коль в русского брата стреляет его украинский собрат, мы в годы советского братства за мир, за идею одну сражались с нацистским коварством, сражались совместно в бою. Теперь же другая картина, по разные стороны мы. Но что ж это, блин, за скотина стравила две братских страны? Откуда в рядах патриотов вдруг мысли нацизма всплыли? А может, они вдруг забыли последствия страшной войны? А может, они позабыли, как в прошлом нацистский сапог топтал и затаптывал в землю надежду их храбрых дедов? Не верю, что все наши братья по опыту прошлой беды могли позабыть про нацистов и ужас кровавой войны. Товарищ мой, брат по оружию, ну что же могу я сказать? В политике нынче сложно за правое дело стоять. Ведь всем же охота в Европу, на весь земной шар посмотреть. Побольше деньжат, на курорты, а может быть в космос лететь. И все эти люди, добравшись до власти, до денег больших, плюют на народное счастье и память прожитых лет. Они допускают к народу гнилые идеи свои, чтоб не было общего счастья, сплоченной единой страны. А много для этого нужно, не знаю, как видимо нет, сказать, что примут в Европу, и вот уже споров и нет. Затем огласить, что в народе язык лишь один будет впредь, а всех несогласных с пародией изгнать или дать умереть. Потом же, внимая Европе, сказать, что Россия их враг, при этом в своих же гражданских по несколько лет уж стрелять. В политике нынче непросто, и нам ведь с тобой не понять, зачем же украинским братьям был отдан приказ убивать. Сюда мы пришли не за славой, не ради хрустящих купюр. Сюда мы пришли ради правды, без всяких иных авантюр. И если придется за правду в сырую землю мне лечь, скажу вам, работайте, братья, ведь истину надо беречь.